Такое. Да. О, точно, девочка снова сегодня. Масунечка, Масунь, ты общаться хочешь, да, с мальчиком? Ты сейчас тоже будешь кушать, мама. Я помощи пытаюсь сделать. Кушать тоже хочет, кушать, как Витюша. Сейчас тоже будем кушать с тобой, Машуня. Машуня, Масунь, посмотри на маму. Так, ладно, голодная. Если ты стужишь, суп не будешь, да? Если ты суп не будешь, то я тогда сделаю макароны сушеные. Да как хочешь, мне все равно. Но если ты будешь суп, я тебе наложу суп. Давай и супа чуть-чуть. Все, хорошо. Подвинь Машуню ближе немножечко. Они хотят пообщаться. Колясочка так вот. А мне на стол тарелку, я тоже кушать буду. Че это у меня нет кушать, а у мальчика этого есть кушать. Вот это жалоба. Даша сегодня за повара на разливе супа. Всех кормит. Не ешь, значит, нет, нельзя. Иди, блин, Полиша. Все съешь, раз ты так себя ведешь. Иди, все, ты все ешь. Я сказала, все ешь. Я посмотрю, сколько ты съешь. Если ты съешь много, то можешь не доедать. Если ты много съешь, то можешь не доедать. Если все, ой, тормоз стоит. Много, немного. Витюша кушает, а Маша ждет. Маша в гостях, поэтому ведет себя терпеливо. А если ты поешь суп, то можно. Масунечка. Масуня. Как поешь суп? Кушает, как Витюша. Он смотрит, как Витюша кушает. Машень, посмотри на маму. Не многовато ли мне? Да там жижа. Сейчас будем кушать с тобой, дочечка. Витя, осторожно. Маня, давай есть. А ты тут будешь сидеть или туда сядешь? Кушать тоже хочется. Витя, осторожно. Так, все, Маня. Я понимаю, вас свидание. В нашем кафе только раздельные столы.